все хотят попасть в КПЗ. Еще один адвокат. Ну что, у них у всех лицензий нету? Нет, они должны... Все, у кого есть лицензии, они приезжают в форме. Понял? А эти, блядь, приезжают. Ебалом поторговать. Тоже факт. Так, все. Вы адекватны. Да, я адекватный. Че, ты сразу садишь таки? Уже второй адвокат, который должен был быть. Нормально так сейчас почистить. Все, попытаюсь запустить. Интересно, он заработает. Если заработает, то все хорошо. Мне паспорт показывается на наручники, вопрос. Все хотят пробежать, я вот не понимаю, зачем, смысл какой. Мне такая залупа, типа, я не могу просто закрывать вот эти, которые выползают, ну, поверх. Я уже вторую сборку даже установил. Вот такая залупа. Лупа, залупа. А если я на стандартную сборку ебашу, что будет? Этажки свои попорчу. Стандартные бы посмотреть. Что? Чтоб не вытаскивали, то, да? Ну, это да. Ага. Ну все вроде должно быть хорошо, все. Пишет, я адвокат, ему пишет. Я шеф полиции, он первый. Сейчас КПЗ заполнил. Будет сидеть там, отдыхать.